Йоу, я делаю сейчас видео каждый день. И я подумал, почему я ни разу не просил вас ебать красный колокольчик? Ебите красный колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы каждый день. Everything that we do exclusive, make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses, as a man you can't be useless. Man up, cause these people ruthless, hold down these thoughts clueless. Мне не платили за то, чтобы я это сказал, но через пару дней эта штука у меня уже ровно год. Я пользуюсь ей каждый день и зарядил всего 3 раза. Свежий. I'm up at roof, Chris, from my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loot, then your dreams is gonna be lucid. Fool me one time, shame on you, second time, you gonna be foolish. All that BS for the birds, they come to me, I'm chucking deuces. I stay loyal to the soil. Да, и у меня прям близко, типа, да, типа такого. Хорошо, что я угадал по звуку, да, куда заходить, да, с ножом. Я принес вам нож. Цап, цап. Ты, ну ты совсем не раздевайся. Это наши худи. Это наши худи. Это наши худи. Так, смотри, ты как это видишь? Нам для идеи нужно вино. Тут есть зал брют. Зал брют прям подсказывает, что там внутри вино. Нет, это не так работает. Девчата, у вас нет еще бутылки вина? Моя теория сработала. Да, очки, наши худи, нож, вино. Сейчас вы все увидите. Немножко, пару секунд выдерживаешь и знаешь, максимально по хуистическим лицом. Ты осталась одна на День Святого Валентина. Это 3-я бутылка, у тебя нет никаких эмоций. Fucking Valentine's Day. Ты усложняешь, говоришь, как надо идти, а не нужно говорить, как идти, нужно просто идти. Ты в курсе, что ты постоянно видишь свой нос? Все, теперь ты думаешь об этом и живи. Тебе нужно делать усилия, чтобы поддерживать нижнюю челюсть. Блин, ну зачем? Так, все, погнали. Yeah! Молодец. На студию. Я думал, что сегодня видео не будет. Нихуяшеньки. Я снимаю там вообще. Поговорим про влоги. Как вы заметили, я делаю видосы каждый день, уже на протяжении... Воу! Ровно неделя. Это 7-й видос подряд. И, блядь, мне это дико нравится. Да, я сплю по 3 часа. Да, я немного проебываю сейчас сроки по другим делам. Но я не чувствовал себя таким заряженным, таким упрямым и таким, не знаю, локомотивом с тех пор, когда выпускал ежедневные видосы в прошлый раз на квартире 45 еще. Не знаю, как это работает, но этот... Винстрик? Почему я не в очках? Где мои очки, блядь? Но этот винстрик, он как бешенство. Я запускаю, я не могу его остановить. Мне безумно это дает энергию и дико нравится. В моем идеальном мире я выкладываю видосы каждый день в 9 утра, чтобы вы смотрели, взрывались и врывались в новый день, получив мою энергию. На сегодня был сложный день, потому что полночи мы с монтажером монтировали видос. Плюс набралась какая-то критическая масса усталости и недосыпа, поэтому я проспал больше, чем положено. Доделывали видос мы уже утром, выложить получилось только часа в 3 со всеми описаниями, ссылками и прочей хуйней, но не в этом дело. После этого у меня было много... неинтересных дел за компом. Я писал сообщения, созванивался, согласовывал новые нашивки, заказывал кожуру. Короче, обычные рабочие моменты. Плюс одна локация. Казалось бы, день неинтересный. Сэм, влога не получится. Что делать? Я уже почти хотел сдаться и ничего не выпускать. Но, черт возьми, уже 2 или 3 дня были не влоги, а сторителлинг. И я банально соскучился по лайву. То есть вчера, позавчера я монтировал мотивационные видео, я делал челлендж. И не было вот этого лайва, к которому я уже привык, разговаривая с вами на ежедневной основе. Да еще и куча новостей накопилось. Сегодня ехал в такси и подумал, что у меня сейчас в голове зарождаются какие-то нездоровые амбиции на ежедневные влоги. В смысле, серьезно, мне хочется прям каждый день выходить на связь в 9 утра с моим прошлым днем. И сейчас, кроме того, что это кажется максимально возможным, эта штука безумно меня вдохновляет и пушит вперед. Поэтому, да, походу настало время ежедневных влогов. Кроме этого, каждый день, когда я делал... Каждый день, когда я делаю сторителлинг или какой-то челлендж, мне потом все равно не хватает от этого лайв-разговора. То есть, возможно, в каком-то моем ближайшем будущем сейчас
появятся не просто ежедневные влоги, а ежедневные влоги плюс еще дополнительные видосы. Но посмотрим, если это будет так, приготовьтесь, я отправляюсь в стратосферу. Anyway, в России кто-то делал вообще ежедневные влоги или делает? А с такой энергией? Alright, я буду первым. Да ёб твою мать, пролил воду. Кстати, это любимая футболка Сэма, называется она на сайте, потому что это моя любимая футболка. И ее можно купить, белую и черную, а еще можно с дырками купить. Мне кажется, я стал какой-то большой, что ли. О, да, на днях выйдет видос, челлендж, где я отжался 15 тысяч раз. Вот прямо в этой комнате за месяц. Смотрите, но у ежедневных влогов есть и свои недостатки, свои сложности. Во-первых, никто не может рассказать мою историю за день так же, как могу рассказать ее я. Да, прошло всего первых полторы недели в моей жизни, когда я работаю с монтажером. Блин, короче, чтобы вы понимали, когда я снимаю влог, я уже знаю, какой он будет. У меня уже в голове есть весь этот монтаж. И перенести это банально в ТЗ, ну не то, что кажется мне невозможно. Блять, короче, чё? Чё я жалуюсь? Все нормально, вывозим, учимся. Вторая сложность влогов — это какое-то их разнообразие. Мне хочется делать влоги, мне хочется делать сторителлинг, мне хочется делать мотивационные истории, мне хочется челленджи делать, немного форматов хочется делать, но я не особо пока понимаю, как. Да, сейчас пока я просто делаю стрик из ежедневных видосов. Но со временем это приведет к каким-то форматам. И один из форматов еженедельных, как мы с вами раньше пытались делать, я вижу ответы на вопросы. Почему? Да потому что вы заебали меня со своими вопросами. Вы задаете мне по 50 вопросов каждый день в Инстаграме, вы задаете мне вопросы на Ютубе. Вы обижаетесь, если спрашиваете хуйню, а я вам не отвечаю. И поэтому для этого я, наверное, выделю воскресенье. В воскресенье я буду собирать все самые интересные вопросы за неделю в Инсте и отвечать на них оптом, чтобы никому обидно не было. А мне воскресенье снимать будет легче, потому что обычно воскресенье у меня выходной. На студию я не хожу, провожу время дома. Короче, вроде понятно. Что еще о наболевшем за несколько дней, пока мы не общались? Чуваки, которые делают превью, перестаньте мне писать, пожалуйста. Вы, во-первых, не успеете со мной работать, у меня нет времени, чтобы утром перед дропом видео присылать вам картинки, согласовывать ваш вариант и его выкладывать. Я делаю превью сам, я делаю превью очень быстро, и меня устраивают мои превью. Во-вторых, вы, блядь, предлагаете мне все странные сложные превью, как у Моргенштерна, как у Славы Мерлок, как у Артемия Лебедева. Мне не нужны такие превью, я не хочу вот эту вот заумную хуйню. Я делал так, мне было как-то это интересно. Мне не нужны такие превью, и они на моем канале не работают. Либо рисуйте мне превью, как у Мистера Биста и Влада Бумаги, либо не пишите мне. Реально, просто по 3 сообщения в день на имейл приходят. Вы охуели? Откуда у вас столько развелось? Еще из новостей. Но прежде, подпишитесь на мой канал и ебаните колокольчик. Я делаю видосы каждый день сейчас. И буду их делать с утра. Но вы все равно ебаните колокольчик, чтобы... И видно, что можно идти смотреть видос, заряжаться. Новость. Это видео выходит утром в субботу, а утром в воскресенье вас ждет огромный сюрприз. Реально, я столько подарков никогда не раздавал. Скажу по секрету, будет массовый розыгрыш кожуры. И он будет по всем городам. Поэтому подпишитесь обязательно на мой инстаграм. Подпишитесь обязательно на инстаграм OrangeGam. Для того, чтобы не пропустить эту хуйню, я говорю пока об этом только здесь. В воскресенье будет очень круто, следите за сторис. Вы получите охеренный шанс выиграть кожуру. Многие, очень многие из вас, реально. Такого никогда не было. Плюс, напоминаю, что мы сделали охуенное худи. Видео об этом здесь. И в этом видео мы делаем розыгрыш этого худи. Иди туда, оставь там комментарий, подпишись на мой канал. И в воскресенье, в свой день рождения, вечером, я проведу лайв, где этот худи разыграем. Еще одна штука странная. У меня какое-то неадекватное желание постримить на Твиче. Хер знает почему. В день рождения. Поэтому в описании мой Твич, в воскресенье будет Твич. Мы там с вами пообщаемся и худи разыграем. Так, розыгрыш кожуры, розыгрыш худи, что еще? А, Orange Gang скидка еще 13%. Сегодня последний день, завтра мой день рождения, скидки уже не будет. Поэтому поторопись. Если хотел кожуру, хотел любимые футболки, замочки, залетай, там все сейчас по скидке. Вроде все рассказал, что хотел рассказать. Сори, что не влог. Увидимся завтра. Только что рандомный чувак написал, что у него день рождения. Здорово, бро. Я поздравил тебя во влоге. Тот самый Сашенька.